А вы знаете, что за одну минуту можно сделать массаж всех внутренних органов? Я вам рекомендую начать свой день с массажа ушной раковины. Он делается очень просто. Вы берете большой указательный палец и, начиная с мочки уха, я покажу на одном ухе, начиная с мочки уха, вы массируете пространство под пальцами. Большой и указательный палец идут навстречу друг другу. И вы массируете вот так вот, нажимая на ткань ушной раковины. Места, где особенно неприятно или больно, вы останавливаетесь в этом месте особенно тщательно и поднимаетесь по всей ушной раковине, массируя ее сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Весь массаж занимает одну минуту, очень качественно воздействует на вашу энергетику и оздоравливает весь организм сразу. Начните день свой со здоровья и энергетического тонуса.